кладовки на минус первом этаже, сразу же выход из лифта, на котором вы можете добраться до своей квартиры на любой этаж. Здесь же сразу выход на улицу, собственно, сами кладовки. В настоящий момент установлены вот такие решетчатые двери на все наши кладовки, но можно установить такую, то есть здесь стандартный дверной проем. На данном этаже 38 кладовок, из них 35 в собственности. Соответственно, они есть разного размера, от 3 до 8 квадратных метров. То есть вот пример кладовки 6 квадратных метров. Здесь у нас 4 квадратных метра. Здесь 7. Соответственно, кладовки расположены по всему минус первому этажу. Кладовки, заметьте, сухие, ничего не протекает. Можно поменять дверь, можно оставить такой. Свет здесь есть как общий, так можно завести отдельно свой. Вот пример использования купленной кладовки. Значит, повторюсь, кладовки есть вдоль этажа. Разные метражности. Есть кладовки в отдельных комнатах. Точно так же они сухие, абсолютно разной площади. Здесь можно установить шкафчик, можно сделать отделочку, можно ничего не делать. Двери, повторюсь, можно установить сюда любые. Здесь стандартный дверной разъем. Я вам показал два выхода. Первый кейс, а второй выход на улицу. Здесь также есть еще один выход. Дверь уже открыта, через ступеньки также на улице. То есть удобно загружать, разгружать вещи. Кладовки — это очень хорошая вещь, особенно для маленьких квартир, да и для любых квартир, особенно в отсутствии, при условии отсутствия балкона в доме. Очень удобно хранить велосипеды, елки, коляски, все что угодно. Звоните, буду рад ответить на ваши вопросы, встретимся, договоримся. Кладовки отдаю дешевле застройщика, кратно. По стоимости с вами договоримся, звоните.